Материнский капитал теперь можно направить на социальную адаптацию, интеграцию в обществе детей-инвалидов. Средства, часть средств материнского и семейного капитала теперь могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации, интеграции в обществе детей-инвалидов посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Причем направить эти средства можно как на родного ребенка, так и на усыновленного ребенка, на первого, второго, третьего, у которого возникло право на получение сертификата. Перечень товаров и услуг, на которые можно направить средства материнского и семейного капитала, доступна на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе «Гражданам», подразделение «Получение получателям средств материнского и семейного капитала». Как получить и потратить материнский семейный капитал. Заявление о распоряжении средств материнским семейным капиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или пребывания, или фактического проживания в письменном виде. В случае удовлетворения заявления Пенсионный фонд Российской Федерации перечисляет деньги на счет владельца сертификата не позднее, чем 2 месяца со дня подачи заявления о распоряжении средств материнским.